Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами Скиф, мы продолжаем играть в Starbound. И между серией я немножечко покрабил, полазил, подобывал руды. В общем, полный сет дисфатический какой-то. Да, это самый лучший, что мы можем здесь построить на основе соляриума. Солярий-умная звезда используется в этом деле во всем. По идее, я могу еще, наверное, сделать оружие, но мне нужны батареи. Так, а батареи же я могу крафтить. Так, секундочку, давайте-ка заглянем сюда. Да, вполне себе могу скрафтить, яд у меня есть. Я могу себе еще меч сделать, но пока что этим заниматься не буду. У меня есть меч, довольно прикольненький. Тем более, что у меня сет милишный. Также я занялся постройкой своей колонии. Вот она у меня там есть, ну, пока что там две комнаты, по большому счету. Мы продолжим этим заниматься обязательно. Но чуть позже я хочу поисследовать огненные планеты, потому что мы их исследовали достаточно мало. А я в основном только зарывался вглубь, не на запись, когда лазил. Вот эти я вот слоты поставил для того, чтобы там, возможно, что-то на базе покрасить, какую-то проводку там провести, посмотрим в колонии в этой. Ну, а сейчас просто на поверхность планеты, давайте прогуляемся. Плюс у меня небольшая проблема с деньгами. Деньги мы сможем тоже подобывать, продавав ту же руду, к примеру. О, тут сразу какие-то ящики. О, солярий. Мило. И денежки. Да, денежек мало. Давайте понадеемся на то, что здесь на поверхности бывает что-то хорошее. Это что за тварюка такая? Буронявая еще. Один глаз остался. То-то же. Так, это сверху что упало? Просто какие-то выхлопы, да? Огня. Ну, допустим. Пещерка такая. А, я тебя вижу. Я так не кисло пробиваю. Блин, а. Огонь так падает. А это что? Он каким-то странным образом на меня реагирует. Живода какая-то. Чё это вообще? Разбей живоду, чтобы увидеть содержимое. Геология рулит. Серебряная руда. А, это просто оттуда всякая руда валится. Занятно. Вот этот фон, смотрите, какой красивенький. Это что у нас? Живодовый кристалл. Подо мной все горит, но что-то я не горю. Довольно непростое дело добывать. Но если что, будем иметь в виду, на огненных этих планетах оно есть. Так, блин, я не то хотел. Я хотел вот так вот просканировать. Уголь-то мне не особо нужен. Ладно, идем, нам нужны какие-нибудь вещи, деньги, какие-то редкие предметы, быть может. Неоновая дыня. Блин, они еще прикольно так подсвечиваются и звучат. Довольно забавная тема. О, это вы кто? Жители? Здрасте. Ничего, что я с мечом. Никто же не против. Давайте-ка заберем. Я еще даже подвыспаться могу. Золотишко мне тоже нужно. Ё-моё, им тут дом рушит просто огнем. Офигеть. Ошейник лечения. Ошейник, который быстро исцеляет вашего питомца. Вот это офигенная тема, можно теперь питомцам обзавестись. Что они дохнут очень шустро. А так я хотя бы ошейником как-то буду что-то хилить, возможно, если оно работает так, как нужно. Давайте еды соберем. Или не соберем. Вот какая-то тут еда у нас есть. Так, товары? Ну-ка, стой. Ты чем торгуешь, я понять не могу, да. Она у нас торгует. Синий стимулятор. Стимулятор синей жидкостью. Он повысит высоту вашего прыжка. Сырые щупальца. Может быть, они будут более съедобные, если пожарить. Сомневаюсь. О, можно костюм темного рыцаря забабашить. Так, что оно стоит? Нифига оно стоит. Блин, хочу такой шлем. Смотрите, как прикольно. Или вот. Вот классный шлем. Ну, цены, конечно. Твою налево.
У меня нет столько денег сейчас. А, у меня еще тут эти окаменелости остались. Я там нашел, как их вставлять. Они просто разные для разных этих вариаций постаментов идут. Надо в подходящий вставлять подходящую окаменелость. Вот и весь фокус. В общем, ничего сложного. О, еще один каменюка. Иди сюда. Небольшое какое-то поселенице. Гличи живы. Периодически путаю, блин, название этих рас. Одного глича воина я себе заманил. Так, обычно в колодцах чего-то бывает. Я немножечко не так, конечно, хотел сделать, ну ладно. Я хотел в шар превратиться и по боковой стеночке проплыть. Так, как-то очень странно я забрался. Ага, там... Там у нас что-то есть, что мы так можем подсветить. Давайте попробуем пробраться. Вот эти камни, они, конечно, бронявые. Камень с жеодами. Да, это надо улучшать. Улучшать манипулятор. Но он пипец стоит. 32. 32 модуля надо для улучшения. Это реально дофига. Что мы тут имеем? Горшок с жеодовыми цветами. Изучим. Жеода высокая. Ля, открывать схему для крафта жеода. Непонятно вообще, что такое, ну ладно. Какие-то песни будем слагать, возможно, я не знаю даже. И вот это пособираем. Ладно, сваливаем отсюда. Я, наверное, просто через вот это вот выберусь. Очень полезная модификация. Кататься таким вот образом очень выручает во многих ситуациях. Так, денежка, это все нам тоже пригодится. Давай посидим. Что расскажешь, как тут житуха-бытуха? А, вон сундук. Да, надо на аль сжать, конечно же. Я помню про это. Не всегда это удобно делать. Энергохлыст Люкейн. Выглядит как очень офигительная вещь. На самом-то деле. Сейчас проверим. Я просто боюсь прямо вот тут проверять. Ну-ка, выйдем. Смотри, какая прикольная штука. Ёп. На один раз хватает вот такой фигней выстрелить. И можно просто хлыстать вот таким вот образом. И это тоже довольно редкий предмет, между прочим. Давайте с хлыстом этим побегаем. Так, модули всегда полезно. Вообще, может быть, что-нибудь у них стырить, что я буду в дальнейшем использовать для постройки своего поселенца. Но у меня вроде всякие мелочи есть. О, котелок. Давайте пожарим стейки. Все лишь один. Надо, кстати, мясом обзавестись, а то у нас как-то с едой напряги. А чтобы мясом обзавестись, нужны копья, наверное, которых у меня нифига нет с собой. А нет, есть какие-то копья. Так, ну, поиск руды мне сейчас не нужен, я не за ней охочусь. Оу, тут еще и квест есть. Сейчас глянем, что он там по квесту просит. Обычно они просят кого-нибудь найти, кто потерялся, либо еще какую-нибудь лабуду сделать. Довольно простые вещи. О! Это прям аутентично. Шапочка-ушаночка. Но ее скорее продам, нафиг она нужна. Не мой стайл. Так, давай вот тут еще заглянем. Та-та-та-да, найти, привезти. Где он? А, передать сообщение. Ну окей. По сути одно и то же. А, причем недалеко так передать. Ну это мы запросто. И принести ответ. Вы реально спуститься по лестнице и просто так пообщаться вообще никак. Обязательно нужен я. Награда тупо деньги, да? Ты издеваешься. Не, пошла нафиг. Сами общайтесь. Нашли, блин, посыльного. А, что у нас тут? Болтолуковица. И из этого всего можно будет приготовить какие-то блюда интересные, я так думаю. У нас еще тут кофеечки есть, я замутил. Надо сахар купить. Блин, все в деньги уперлось. Но у меня там руды много, надо руду перегнать. Я думаю, нормально, там 1005-6 можно сразу поднять, только на одной руде, как минимум. Ну-ка. Чинг. Нифига себе, 148. Шикарнейший урон просто. Вот это будем разбирать. Опять же, оттуда руду халявную. Ладно, не буду захламлять. Мне и так еды дофиг. Ты кто такой?
Хотя можно... Не? Так. Ага, заходи, посмотри на товары. Ну, дай и на товары-то посмотрю. Ты что, куда побежал? Товары? Не, не у тебя, что ли? Ты, может, товар торгуешь? Проследуем. Блин, ну проследуем. Чего у тебя есть? Шлем исследователя. Смотрите, у них прикольные штуки продаются. Шлем исследователя. Выглядит дофига как круто. Брони не так, чтобы дофига дает, да? Ну вот чисто на трансмог, грубо говоря, взять. Я бы не отказался. Фейерверк. Автоматик какой-то двуручный. Мне вот это все неинтересно. Я хочу вот такой вот трансмог, грубо говоря. Давайте что-нибудь ему продадим и купим. Просто я хочу. Так, ну вот эта шапка ушан, кстати. Беспонтовая, но фиолетовая. Нафиг ты нужна? Я хочу у тебя купить вот этот шлем. Он же эпичный. Вот. По-моему, the best. О, да. Надо за спину еще какую-нибудь другую фигню прилепить. Что-то я не то вообще прилепил. Но у нас там на базе есть. И надо питомца, кстати, поймать. Давайте с этим тоже будем как-то разбираться. Еще немножечко здесь полазим, поисследуем. И надо бы заняться нашей колонией, само собой. Такс. Пока что удачно так зашли. Тут много чего полезного, как выяснилось внезапно. Они живут, конечно, в огненной... В огненном аду, по сути. Но их чуть не очень смущает. Хорошо. И такое поселение, оно вроде бы началось как совсем маленькое, но в итоге переросло в нечто большее. Смотрите, сколько тут всего на самом-то деле. Так, сундук. Блин, слишком дофига подсвечиваешь. Даже солярium тут мимоходом. Это тоже прикольно смотрится. Это я оставлю. Это вот в дальнейшем, может быть, буду использовать. Блин, а факелы-то ничего не забрал. Поинтереснее. Ну, ушанка, ну, конечно, прикольно, но, блин, нет. Прям все шапки складировать у меня, как бы, цели не стоит. Какие-то книжки. Выдержка из книг, возможно, происхождение гличей. Так, что у нас тут? Ладно, если что, на паузе можно почитать. Но тут лора, на самом деле, очень много разбросано по миру. Весь вчитываться, это, конечно, та еще история. Но, может быть, потом как-нибудь почитаю, доберусь. Пока что интереснее исследовать. Ну-ка, может, ты что продаешь? Не, ничего. Так, давайте еще альтом попользуемся. Не, обычно, когда они чего-то торгуют, они сами начинают активно это предлагать. Здесь же пока что они просто забили, в общем, на меня. Ладно, валим. Будем хлыст обкатывать. Он прикольно стреляет и бьет. Так, ну такая атака чуть не очень дамажная. Этих я что-то вообще вяло пробиваю. Че, вы такие бронявые, что ли? Очень на то похоже. Долби крабы. Так, вот это что за покемон? Даю и вот этих. Серьезно? Так, что-то я не понял. А, что-то фиго пробиваю. Ну-ка, если заменить на этот меч. Давайте-ка затестим. Есть ли разница? Все-таки подозрение, что как-то совсем уж я плохо бью. Да, меч, смотрите, реально карает. А что-то их плетка вообще это не бьет. В чем подвох? Может, типа урона какой-то неподходящий? Флейм. Так, а плеточка чего она там? Ну, что-то хлыст против них как-то не очень идет. Хотя у него урон, в принципе-то, побольше. Странно. Ладно, давайте свалим, и пора бы уже на колонию двигать, начать стройку. Надо единственное, что продаться. Так, немножечко раскидал инвентарик. Давайте попробуем краба поймать, в самом деле, что он у нас тут бегает без дела. А, он не ловится. Понятно. Ладно, фиг бы с ним. Погнали на нашу планетку, единственное, что... Ай-ё.
Что нам нужно для того, чтобы к нам поселяли, ну, подселялись, в общем-то, разные жители? Нам для этого нужно приобрести кое-какие вещи. Давайте сначала приобретем. У меня денег, в принципе, хватает. Немножечко там руды перегнал, ну, немножечко, 1500 хватит. Там такая вещь, которая нам нужна, не особо дорогая. Что-то 750 или типа того. У этой лягухи покупается. Вот колонизатор, да, 750. Поместите в закрытое помещение с хотя бы одной дверью и источником света, и кто-нибудь в нем поселится. А поселится в нем кто? Все зависит от того, какие предметы вы поставите в этом, в общем-то, помещении. Вот здесь вот можно какого-то вампира призвать, насколько я понимаю. Допустим, приобретя вот такой котелок. Такие вот. Еще вот наворот. Да, вот такой вот наворот. Чтобы это все жутко смотрелось. Тыковку. Давайте, погнали. А, ну, в смысле, нам надо отсюда просто телепортироваться теперь. И мы можем на нашу колонию, которая еще в разработке, она будет строиться. Также колонизаторы, которых мы, в общем-то, призываем все в колонию, нам будут периодически плату давать. И также задания иногда. То есть у меня один чувачок здесь обитает. Здесь у меня будут еще постаменты с вот этими окаменелостями. Это одна из комнат, которая здесь есть. С большими, может быть, еще отдельную комнату построю. Здесь просто охрана, но это такое начало. Здесь дерево, там будет переходить немножечко в другой интерьер. Сверху будет еще кое-чего, когда доберемся. Ну-ка посмотрим, чего он мне готов подогнать. Подарочек. Рочо. Что там подогнал? Копье двуручное, которое, конечно, полный отстой. И он пытается мне квест навязать. Так, хорошо. Давай. Что там за квест даешь? Давай отслеживать. Приведи. Ага, привести, погнали. Приведем. И потом построим кое-чего, да? Посмотрим, что он в награду даст. А он за мной, что ли, увязался? Погнали. Планета это прикольно, мне нравятся вот эти деревья глазастые. Я полетал, поискал, тут еще вот такая вот земля из глаз. Довольно забавно все это выглядит. Так, и здесь, по идее, достаточно мирно, это умеренная планета. Мне во всех моих доспехах здесь, по сути, ничего особо не грозит. Так, чувак, ты телепортируешься, не бойся. Погнали, поищем, а вот, в принципе, делов-то. Смотри, так, чего? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь поторговать? Ну, тут нет ничего такого особо впечатляющего. И что ты мне за это дашь? Тупо денег. Ага, внимательно. Я решил, что мой дом требует улучшения. Сможешь помочь? Азартно. Мы почти закончили. Все, что теперь тебе нужно, это вот такую фигню в моем доме. Поставь это где-нибудь. Какую такую фигню ты там захотел? А, у меня, кстати, здесь инвентарь забит. Так, что этот чувак захотел? Давайте-ка глянем. Отслеживать. Добавьте батл стандарт в дом. В его дом. Что за батл стандарт? Ну, погнали. Так, я тут нечаянно запорол этот квестик. Я снес вот эту вот штуку колонизатора. Теперь у меня другой чувак призвался. Защитничек. Тем более он дальник. Ну окей, пускай будет. Блин, ну я хотел посмотреть. Там стандарт боевой надо было какой-то повесить, я так понял. А, я хотел под него место освободить и нечаянно его снес немножко не то. Ну давайте, вот место, где у меня портал, здесь тоже кого-нибудь поселим. Единственное, что надо сделать стеночку здесь, да? И так вот это отсортировать. И мы сделаем здесь аккурат вот это вот место, где кто-то у нас будет именно... Хэллоуинской такой тематики, что ли. Давайте-ка вот здесь стеночку фиганем. Так. Дверца. Ладно, дверцу чуть позже. Давайте, погнали. Куда вот эту штуку замудяжить? Придумать. Так, у нас по прямой идет сюда. И тут будет переход, и здесь кое-что будет другое. Перспективки посмотрим.
То есть вот такую штуку мы сюда ставим обязательно. И котелочек. Так. Подсветку у нас будет обеспечивать два вот таких тоже светильничка. И по идее все. Вот это должно у нас хорошо работать. Давайте посмотрим, кто призовется. А, не призовется, потому что здесь нет двери. К сожалению. Но мы ее поставим. Панька. Ну-ка. О-о-о, чувачок скелетообразный какой-то. И куда сразу уфигашил. Вот, он у нас будет беречь, в общем, портал. Наш. Само собой. Можно еще тут что-нибудь интересного поразмещать. Там картинки фараонов каких-то. Сюда никуда не могу. Могу куда-то сюда. Пока не буду. Ладно, не будем пока этим заморачиваться. Ну-ка, что тут за награда? Давайте посмотрим, чем нас хочет он отблагодарить. По пикселе еще что-то было. Или пиксели, да? Ну окей. В общем, по какому-то такому принципу работают поселенцы. И давайте мы сейчас придумаем какой-нибудь прикольный фон для всего для этого. Это вот базовая совсем часть. Здесь там надо что-то более интересное строить. Так, для этого. А, ну. Я могу просто на свой корабль так улететь, что ли? Да, могу таким образом просто на корабль улететь. Это прекрасно. Так, здесь у меня максимально проулучшено уже все. Двери есть всяких разных вариаций. Так, это двери. Тут есть различные вариации подсветок. Есть кровать. Вот тут какая-то прикольная. Типа гробница. Что у нас тут есть? Интерьерчик, столики тут всякие, стулики. Тому подобные вещи. Вот это вот, кстати, нота, вырезанная на зеленый музыкальный... Из зеленой музыкальной жоды. Жоды эти можно пособирать. Еще, да, и мы сможем эту ноту зафигашить. Зачем-то. Ну, ходить брянь, по всей видимости. Ну, и вот здесь вот есть разные прикольные вещи, которые можно делать. Всякие бамбуковые... Асфальт? Хм... Из смолы булыжника. Недорогой, но эффективный строительный материал. Можем заасфальтировать там подходы. Есть колонны, к примеру, да? Блоки из плоти можем делать. Отвратительный зловонный блок, чё бы не, да? Доски и бумага. Это что у нас? Гладкий кирпич из гробниц. Прикольные всякие разные вариации можно. Как бы понапридумывать разного. Куча глаз. Ну, у меня там глаза под боком, как бы, можно тоже заморочиться. Что у нас тут еще есть? Кости, цветы всякие, черепица из глины. Так, что у нас тут? Всякие разные вариации кирпича я вижу. И тому подобного. Ну, прикольно. Так, оконная решеточка. Еще разные варианты. Так, тут у нас из кирпича еще чего-то делается. В общем, можно замутить. Чтобы нам замутить там, да? Так, камыш. Нет, так из камышины. Камышиный блок нам не особо нужен. Цветочных я много-то не сделаю. Тяжелый каменный. В принципе, да. В принципе, да. Только я их немного могу сделать. Давайте-ка попробуем. А их больше делается, чем я ожидал. Тут не видно нифига, просто видать их там гораздо больше. Ну хорошо, это нам только на пользу. Сейчас попробуем. Может там заодно квестик какой появится, еще попытаемся выполнить. Что у меня там 600, 700, стоп, сойдет. Все, эти блоки мы теперь можем поразмещать. Посмотрим, насколько это будет все органично и красиво выглядеть. Для этого перемещаемся опять на колонию. У нас еще проблема с едой. Так, я вот хотел деревянную, здесь каменную часть. Так, вот мои поселенцы, пока они ничего не хотят мне задарить. Надо еще на корабль зазвать поселенца какого-нибудь. Так. Да, вот тут камень переходит таким вот образом. А в дерево. Да. Так, такой вот стык у нас, чик, перешло. Здесь еще под землю будет этаж. Туда вот углубимся.
пойдет дело. Тут еще какие-то лифты, можно еще всякие заморочки строить. У меня там не построен еще стол, поэтому будем этим заниматься. На правую клавишу строится задний фон, на левую у нас передний. Через Shift можно делать вот в одинарный блок. Вот он обычный как бы 2 на 2, а так одинарный абсолютно. В принципе, достаточно удобная тема. Так. Давайте здесь немножко вот так, оп. Так вот, оп. И оп. Вот так вот оно все пошло. Здесь с краю мы еще охранника зафигашим, посадим. Чтоб он у нас сидел и охранял, само собой, да? Так, тем более все из камушка. Вообще прекраснейше. Единственное, что стемнело, конечно, это не очень приятно. Но у меня есть где-то каска была. Ее можно вот сюда вот подсадить. Тогда мы будем светить хотя бы как-то, да? Ну, наверное, слишком много. Давайте один кирпичик отломим. И так, так как у нас здесь будет охрана именно, то мы сделаем каким образом? У меня есть где-то ворота вот эти металлические, мы их будем использовать. Так, идите сюда. Оп. Знаете, у этого охранника будет побольше хорома, чем у прошлого. А, у нас еще вот есть эта штука, надо ее поставить. Окей. Пока так. Чуток побольше хоромки сделаем. Так, вот так вот, да? И вот так. Окей. Теперь нам надо обеспечить ему свет. Каким мы это образом можем сделать? Ну, можем еще, кстати, вот такой сразу этот поставить вариант. Так, немножечко развернем. Думаю, вот так вот более органично оно будет смотреть и выглядеть. Смотреться и выглядеть, да? Здесь можно сразу стол. Скорее всего, какой-то глич призову. Есть подозрение. Как бы все намекает на то, что здесь должна охрана жить. И охранять нас. Так, единственное, что надо еще купить призывалку эту колонизаторскую. Ну, такая у нас охрана. Любит постеры разные. Сойдет. Вот это что за штуки? Зачем вы нужны? Зачем? Что за ересь? Так, ладно. То есть все, вот такая комнатка у нас охранник получается. Здесь у нас центральная будет кое-чего. Ну или будет сразу со вторым этажом лестница. Я хочу сделать тут сразу такой большой этаж. Но тут нужна охрана. Для этого нам надо, наверное, переместиться и купить. Пришло время установить колонизатор. Я теперь понимаю, что вот этот плакат явно лишний. Потому что нам некуда будет колонизатор наш поставить. Давайте его сюда фиганем. И вот у нас охранничек. Теперь он выглядит вот так, в принципе, в какой-то броне, которая у меня уже была ранее. И меч имеется. С той стороны у нас милишник. Ой, дальник, а здесь милишник. Ну хорошо. В общем-то, начало колонии положено. У нас уже чего-то тут даже есть. Колония будет, конечно, расти вшире вдаль. И вглубь, и ввысь. И также здесь будут грядки и все прочее. Этим я чуть позже займусь, наверное. Отдельно сделаем серию про садоводство, фермеводство и разведение там редкой всякой гадости. А пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.